Ну, внутреннее противостояние, оно всегда было и всегда будет. Это борьба в том числе за деньги, за очень большие деньги. У России в связи с некоторым режимом санкций, очень слабеньким, образовались некоторые накопления. И теперь вот появилась эта возможность ведения войны с Украиной. И расходы, оборот очень большой, там и у военных, и, ну, им просто завидно, чекистам завидно. Вроде бы они владеют государством, а тут какая-то группировка, которая там 100 миллиардов тратит, заказывает себе оружие, не через них. Они привыкли делать все через себя. 80% откат и заказывай все, что угодно. Или 50% откат. А тут люди какие-то без всяких откатов не дают заработать